Все лучшее детям и даже 2 с лишним миллиона долларов. Так решили знаменитые супруги из Голливуда. Такую сумму американский актер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Аламуддин, собрались раскошелиться ради детей сирийских беженцев. 3000 малышей, чьи семьи сейчас живут в Ливане, кругленькую сумму в 2 с четвертью миллиона зеленых смогут в будущем потратить на образование. Об этом заявил фонд известного артиста. Молодые сирийцы рискуют остаться непродуктивной частью общества, а мы не хотим терять целые поколения лишь потому, что ему не повезло родиться не в то время и не в том месте, подчеркнули представители актера.